Так, інтерв'ю Шингарьова. Харківської міської ради. Від залежить, скажімо так, від мерії залежить їхнє фінансування і їхня доля. Отож, про голосування це виходить дещо не об'єктивним, бо від цього залежить, будуть подальше фінансування чи ні. Чи не вважаєте ви, що ось цією пропозицією голосування ви просто людей замішуєте в політику? Я би хотіла прояснить ситуацию. Дело в том, что общественные организации, которые работают в городе Харькове, это достаточно серьезная структура. И выбор социальных проектов и тот социальный заказ, который сегодня существует в городе Харькове, он основан на действии, на деятельности общественных организаций. То есть сначала идет деятельность, и на основе этой деятельности, на основе достижений, на основе существования каких-то проблемных моментов, которые зафиксированы общественными организациями, на этой основе уже формируется социальный заказ. Которое происходит из средств городского бюджета, поверьте мне, я знаю, бюджет общественных организаций составляет крайне незначительную часть их финансирования. Поэтому говорить о том, что это не свободная общественная организация, организации, которые полностью финансово зависят, это абсолютно неправомочно. Разве вы не уважаете, что после этой конференции, те, що ми сьогодні побачили, ви людей, які не замішані в політиці, те, щоб ви їх це замішували. Я считаю, что сегодня произошла абсолютно другая ситуация, которая заключается в том, что представители, активные представители гражданского общества выразили свою позицию. В зале присутствовали люди, которые реализуют очень серьезные социальные проекты, которые выполняют ежедневную серьезную работу, от которой зависит жизнь территориальной громады и жизнь наиболее незащищенных слоев. И та ситуация, которая сегодня происходит в стране из-за неработы Верховной Рады, она приводит к тому, что эта категория людей не может нормально работать. Поэтому в этой связи была сформулирована резолюция и вынесена сегодня на рассмотрение нашей конференции. А чего не хотели зарахувати голоси проти, які були? Я увидела одну поднятую руку против. Абсолютно точно, что подавляющее большинство людей проголосовали за принятие данной резолюции. Еще раз говорю, что это абсолютно не политическая акция, это позиция представителей гражданского общества. В конференции принимало участие около 350 людей, представителей 78 общественных организаций. Вот резолюция принята. Дальнейшие наши шаги – это передача данной резолюции президенту Украины. Каким образом? Мы будем решать, или кто-то поедет в Киев, или мы отправим эту резолюцию. Сколько часа вы даете депутатам на президенту выправления? Президенту. Я думаю, что в течение 10 дней мы бы очень хотели получить ответ президента на нашу резолюцию. Но сегодня парламент все просит. Володь, еще вопрос сюда. Нет, если парламент, то, что он начал работать, это не основание для того, чтобы наша резолюция потеряла свою актуальность. Где кошти брати на перевибори? Ви замислювалися і на двопарламентний? Володя. Юридические вопросы, это вопросы политические. Сегодня мы сформулировали нашу позиция, которая имеет право на существование, и мы сделаем все для того, чтобы эта позиция была услышана. Елена, извините, вопрос. Вот в выступлении Александра Родионова говорилось о том, что всего 7 дней работала Рада из 100 дней, да, почти. Вот общественные организации, которые вы представляете, вот уже почувствовали какие-то результаты, чего-то не получили по бюджету, да, или это просто прогноз, что будет плохо? Почему все плохо, да. И почему мы считаем, что в такой ситуации работать невозможно? Во-первых, не происходит индексация
выплат, да, не назначается социальное пособие для детей-сирот. Из огромного количества законодательных актов, которые не принимаются, более 200 законов, которые имеют социальную направленность. В разработке лежит закон о социальных предприятиях. Это закон, который, на наш взгляд, затрагивает такую болезненную тему, как трудоустройство людей с инвалидностью. То есть, ну, работа в социальной области, мы реально видим, насколько она на сегодняшний день заблокирована. Дивіться, що виходить. З одного боку, ви кажете, немає грошей на соціальну сферу, а з іншого боку, десь треба буде шукати гроші на перевибори і двопалатний парламент. А це нові пільги, це нові командировки вищих посадовців, які там будуть з регіонів брати і так далі. Як? Не суперечите собі? Ну, нужно, щоб все було зроблено правильно для того, щоб в дальнейшем ситуація в стране стабілізувалася і були створені умови для нормальної роботи. Елена, еще вопрос, извините. Инициаторы и другие города, они как-то подписывали подобные документы? Ну, в Харькове сложилась уникальная ситуация, потому что на протяжении более 10 лет очень серьезно работает единая социальная сеть, в которую входят на сегодня более 78 общественных организаций. Мы работаем в очень тесном партнерстве. Ну, наверное, стоит сказать, что достаточно развитом гражданском обществе именно в городе Харькове. На сегодняшний день я знаю, что Херсон уже поддержал нашу инициативу. И мы очень рассчитываем на то, что другие города Украины также к нам присоединятся. Надежда, каким образом вы сделали подобную резолюцию? Да. Елена, еще один вопрос, извините. Одно из требований ваших – это переход на мажоритарную систему. А вот после перехода парламента на смешанно-мажоритарную, вот вы почувствовали какую-то разницу? Реально ваши организации обращались к мажоритарщикам, пока депутатам? Пока сложно почувствовать какую-то разницу. Если парламент начнет работать, я думаю, что мы ее почувствуем. На сегодняшний день говорить что-то преждевременно. Ну, наша конференция является ежегодной. Когда мы собирались для того, чтобы подвести итоги и запланировать направление деятельности на 2013 год, вот мы в обсуждениях мы сформулировали именно вот ту проблемную ситуацию, которая сегодня существует в стране. Потому что, как я уже говорила, те важнейшие проекты, которые реализовываются в Харькове, они просто не могут выполняться в связи с тем, что Верховная Рада не работает. Члены единой социальной сети. То есть это ваша группа? Безусловно. Каждая конференция, она готовится. То есть происходят предварительные встречи, мы обсуждаем вопросы, которые будут выноситься на конференцию. И проект резолюции был подготовлен именно вот такой подготовительной работе. А скажите, пожалуйста, а как звали жіночку, ось, что представляла Unity, да? Да. Тобто, що це за громадська організація? Це від неї взагалі була ідея? Це від неї була ідея, чи від взагалі? Ні, це була колективна ідея. Вона була одним із активних членів обсуждення. Це Харченко Світлана Владимировна, президент управління общественної організації Юніті. Ну, от в залі сьогодні було більше 350 чоловік. Не все люди, которые готовы были нас сегодня поддержать, это не все люди, которые входят в единую социальную сеть. И безусловно, что клиентов этих организаций их гораздо больше. То есть тех людей, которые являются получателями тех социальных услуг, которые предоставляет данная общественная организация. Я знаю, по закону о президенте за 5 дней должны были до сбора подтвердить Центральную избирательную комиссию. А мы же не инициируем референдум в данном случае. Мы заявляем о том, что будет создана инициативная группа в том случае, если президент не ответит на наше обращение. И все наши дальнейшие действия будут, безусловно, проходить в рамках действующего законодательства. Ну, а я как-то радовалась со старшим братом в мэрии, и я как-то рассказывала про свои планы, и я как-то... Я думаю, что наше сегодняшнее выступление будет большой неожиданностью. Спасибо. Спасибо. Харченко Світлана Владимировна, Юніті.